это наша беда саяногорская. Считается, до сих пор большинство людей знает, что сладкий груш в Саяногорске. Вот. И его окрестностях, там все в Шушевском районе, нет. Лучшие, которые якобы были, они действительно были. Лукашевки абсолютно несъедобные. Уж поверьте мне. Потом идут свароги. Да, свароги это полусъедобные. Молодые деревья можно даже кушать, особенно если ты не избалован. Потом с возрастом деревья дают сумасшедший урожай, сахара не хватает. И тогда люди просто перестают их собирать. А если я собирал, то только на семена. Великолепные подвои. Свароги после уссурийской груши самые великолепные подвои. Вот. Ну и в данном случае красиво, да? Вот. Что-то уже я видел лежало. Лежало мне надо хорошенькие. Это, кстати, видите? Смотрите сюда. На земле лежит. Вот он. Видите? Вот. Это считается страшной. Вот лежит. Он даже не гниет. Но ветка не имеет права существовать. Это часть звериной технологии. Отрезание веток, которые смотрят вниз. Вот. А здесь даже лежит. Вот она. Лежит на земле. Лежит на газоне. Поняли? Не на голой земле. И не гниет. Здесь же все. Видите? Престольные круги зарощены. Падает мягко. Почти не повреждается. А, специалисты? Что вы там это, панику-то навели? Ладно, посмотрели на нарядный Ефимова. Удивились. Вот. Ну, давайте еще на одну посмотрим. Так. Я тут пытался найти бирку с названием сорта. Где я теперь найду? Чисто внешне. Чисто внешне. Сразу несколько сортов напоминает. Так. Есть сорта почти неотличимые. Только что в разное время созревают. А внешне не похожи. Как бы мне найти бирку? Караул. И так не хочется на это время терять. Вот. Караул. Да, вот я попался. Она есть. Но как ее найти? Ну, давайте внешне полюбуемся. Вот. Например, вот так. Полюбовались. Еще вот тут полюбовались. Это мы по кругу пошли. Вот. Молодое дерево. Сколько оно даст ведра? Ну, наверное, ведра 3 даст. Груша крупная. С розовым оттенком. Не звони же прямо сейчас Сереге. Вот. И вон молодые побеги. Представьте себе, что взяли бы Путина, ну, Медведева, я по привычке говорю. Именно этих двоих привозили в этот самый Северо-Кавказский институт. А это в этот самый, ну, на Кавказ. Это Кубань. И угощались яблоками. Вот. У нас яблоки это уже 40-50 лет. И сало, как сало, мы уже к ним настолько привыкли. Но эпидемию привезли с юга, и фактически яблони уничтожены. Груши пока при таких же условиях дают прекрасный урожай, при этом не просто груши. Мы потом будем возвращаться, я вас познакомлю с нарядной Ефимовой, это мировой лидер. Осенний яклю, я называю ее эти самые, сок, вкус мякоти. Я ее называю слаще поцелуя, да. Имею на это право, она действительно слаще поцелуя. Так вот, груши, слава богу, пока не заразили. Пока. Но если экспансия южных сортов, серьезных саженцев не будет сюда, во-первых, местные продать не могут. Вот. Вы знаете, сколько Сергей выбросил? А? А вы знаете, сколько тоторов, Филиппьев? А в Абакане что делается? Караул, кричат местные, плевать на все. Ответ официальный из там
из надзорных органов. Мы не имеем права запретить. Ну, не имеете права запретить. Пустите Железова на трибуну. Я людям нормально объясню. И как их отличить? И чем дело кончится? 100% смертью этих таджикских, узбекских и киргизских. Вот. Ну, груша пока еще у нас своих мало. Тот же Тоторов, Железов Сергей, еще несколько человек, и все. Значит, потребности не удовлетворяют, но и не могут. Тоторов опять посадил, он же не смог продать. На моих глазах мы вот езжали с ними, я фильм снимал. Он не смог их продать. А рядом эти киргизские номера, огромная машина и огромные саженцы вот такого роста, как эти. Брали, лапшой вешаные берут. Обидно. Значит, сколько Тоторов не продал, настолько вот таких груз будет меньше. А он специалист, а у него саженцы, это первый класс. Вот, видите как. Ну что, что еще показать? Еще пару груш разных. Вот. Давайте. Тут мы приближаемся к яблоне Ленка, может быть. Хватит пока? Может, пока хватит? Да, пожалуй. А здесь уже эта груша называется скороспелка Мичурина или Мичуринская. Я до сих пор не могу запомнить. Ну, было ведра полтора-два, сладчайшие, но уже 2 недели, как они упали. Ну, все, про груши пока все. Груши привиты на груши, которая называется уссурийская дикая. Вот. И благодаря этому они живы. Вот сейчас бы еще бы поговорить про агротехнику. Вот видите, так хочется. Или просто сейчас фотографию сделать, а потом поговорить. Про бороздование, про эту дурь. Да, тяжело грушам приходится. Тяжело. Но это тема другого разговора. Кажется, 4-я серия закончена.